Праздник продолжается. В данный момент времени мы видим горячие бутерброды. Почему горячие? Потому что они только что были вытащены из микроволновки. Сыр с колбасой, а также присутствие куриного жира, кстати, очень полезная вещь, делает эти бутерброды не только приятными, насыщенными, а также способствует вашему здоровью. Если вы заботитесь о своем здоровье, то настоятельно рекомендую использовать зелень, которая называется товарищ лук. Какая это зелень? Ну, лук — это зелень, это витамины. Когда-то это... очень давно, ограниченного времени. Время перешло. Телефон.